Лифты в подъезде 277-го дома по улице Галактионовская чаще стояли, чем ездили. Подъемники проработали 20 лет и давно требовали ремонта. Жильцы дома часто испытывали технический сбой лифтов. По 40 минут сидели. У нас есть люди-инвалиды. Вот. И эксплуатация этих лифтов еще 2 года мы должны были терпеть. Мы изменили ремонт фасада на замену лифтов. У нас жильцы очень довольны. Сейчас замена лифтов стала все чаще и чаще. Люди, собственники, просят заменить им другие виды работы на замену лифтов, потому что лифты изношены, уже срок подходит. Мы идем навстречу в рамках возможностей законодательных и заменяем им лифты. Специалисты уже сняли старые подъемники, сейчас устанавливают новое современное оборудование. Теперь лифты здесь будут энергоэффективные, с плавным бесшумным ходом, с антивандальным покрытием и, что особенно важно, с усиленной системой безопасности. У нас 6 цепочек безопасности, начиная от верхнего расположения ловителей. Это на кабине есть цепочка безопасности, в приямке там натяжное устройство тоже. Они полностью безопасны. По программе капитального ремонта в области за 3 года заменили 600 лифтов. В планах на этот год обновить 90 подъемников. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, «События».